Всем привет! На обзоре две модельки Rolex Yachtmaster, Yachtmaster 2. Модели выполнены из часовой высококачественной стали. Данная модель в серебряном цвете. Моделька новая, совсем недавно к нам приехала. В шикарном исполнении. Безель имеет характерный звук при вращении. Модели механические, на автоподзаводе. Крона на резьбе идет на часах. Слышим звук работы механизма. Стрелочки метки на моделях с люмом. Такой черный бейзель матового цвета. Очень круто выглядят модели. Успеете заказывать. Застежка здесь. Клипса с усложнением. Все надписи имеются. Такой браслет идет на них. Сейчас вам покажем люм. Такой люм на модельке. Очень круто сидит на руке. Такой люм на модели. Для заказа обращайтесь на наш Авито или в наш телеграм-канал. Ссылка стоит в описании видеоролика. Сейчас покажем вам следующее. На часах стоит японский механизм Миота. Сапфировая устойчивая к царапинам стекло. Стрелочки метки также с люмом. Такой бейзель. Наполовину бордовый, наполовину черный. Шикарные модели. По корпусу идет полировка до глянца. Золотой цвет — это ПВД покрытие, оно не тускнеет, цвет не теряет, можете не переживать. Часы вам очень долго прослужат. Среднее звено отполировано до глянца, боковые звенья полировка методом сатинирования на браслете идет. Застежка здесь клипса с усложнением, все надписи имеются на часах. Для заказа обращайтесь на наш Авито или в наш телеграм-канал. Ссылку оставлю в описании видеоролика. Такой люм на данной модели. Очень круто сидят на руке. Идеально будет на подарок к Новому году. Также к ним можно приобрести вот такой дополнительный комплект. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Всем хорошего дня.